подготавливали нефть в далеком 69-м всего 58 человек. Объемы увеличивались, назрела необходимость расширяться. Сегодня в ЦППН-1 трудится более 200 работников. За 50 лет сотрудники подготовили порядка 500 миллионов тонн нефти. Плановые показатели, в принципе, объект, цех выполняет. То есть у него есть ДНС УПСВ, ПТВО и цех сбора. Соответственно, мы работаем на нефтеганский регион. Месторождение Усть-Балык, Южный Сургут, Фаенко, Омнинское месторождение. То есть мы, так скажем, в своем роде уникальны, мы не зависим ни от другого региона. Уникальность цеха заключается и в его людях. Именно они успешно справляются с задачами, поставленными руководством общества, становятся призерами и победителями конкурсов профессионального мастерства, спортивных и творческих состязаний. Но главным своим достижением работники считают бесперебойную работу подразделения. То, что вот у меня оборудование, оно не ломается, это первый мой успех и вклад в добычу нефти. Я стараюсь поддерживать работоспособность, уверенно в ней оборудование. Александр Журавлев работает в Югандскнефтегазе более 40 лет. Половину своего трудового стажа посвятил ЦППН-1. Старший механик добавляет, что работники цеха славятся и другими делами. Например, умело создают красоту вокруг себя. От крупных макетов объектов до снежных фигур. Кстати, композиции цеха не раз удостаивались награды в творческом конкурсе. Красота всегда должна везде присутствовать, правильно? Чем красивее, тем и радостнее работать людям. Что-то новое увидели. И прекрасно у человека создается настроение, он уже с какой-то охотой и желанием идет на работу. 50 лет – серьезная дата, говорят сотрудники. Но останавливаться на достигнутом не намерены. В ЦППН-1 обновляется оборудование. Это даст новый толчок для дальнейшего развития, уверены в коллективе. Кристина Кучерова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».